Всех приветствую. Сегодня снимаем панель приборов на шестом ховере. Это китаец Great Wall. Первое, что нужно сделать, это руль максимально вниз отпустить и на себя, если это возможно, чтобы подобраться вот к этому месту. Дальше мы вот эту вот рамку пластмассовую мы дергаем на себя. Но аккуратнее, ничего не сломайте. Значит, я сейчас буду подбираться вот так, снизу, а вот она уже выходит. Но тут, конечно, неудобно. Можно вот этот кожух снять для большего удобства. А, вот он. Он, в принципе, тоже легко снимается. Пожалуйста. Ну и смотрите, об эти фишки пальцы себе не закоцайте. И вот, пожалуйста. Вот он раз, выщелкнулся. И вот, о, тяжеловато выходит. Так, пробуем все-таки выщелкнуть вот эту вот скрепку. Ой. О, тяжело, ребят. Так, что-то я включил тут, непонятно. Ага. Продолжаем. Так, это есть. Есть. О, очень тяжело все выходит. Видимо, ни разу не снимали. И будьте внимательны. Вот эти вот скрепки не растеряйте, бежевые, ну и белые. Вот они у меня все сюда попадали. Дальше у нас три винта. Головкой на, по-моему, на 8. Но можно крестовой отверткой. Вот они, раз, два. И вот здесь третий. Откручиваем их. Саморезы, винты я открутил. И теперь просто ее дергаем на себя. И снимаем заднюю фишку. Фишка у нас находится вон с той стороны. Здесь она у нас обычная флажковая. Просто нажимайте флажок этот вниз, и штекер должен вылезти. Есть. Все, дальше просто мы ее отсюда вынимаем. Все, приборная панель Great Wall Hover 6 у вас в руках.